Нет, это совершенно нечастные ситуации. Это, можно сказать, редчайшие ситуации эксплуатации любых самолетов, любой авиакомпании, любых стран. Мы с этим сталкивались, у нас тоже, в России имеется в виду, в СССР сталкивались. Ничего критичного в этом нет. Главное, чтобы с земли подтвердили визуально, что со стойками шасси. Для этого есть бинокли, теодолиты, диспетчера могут посмотреть визуально, сделать проход, самолет делает проход перед КДП, и им говорят, да, у вас отвалилась стойка шасси. На земле подтверждают, что нашли стойку, не стойку шасси, а одну из колес или пару колес из стойки шасси. Вот и все. А дальше дело техники экипажа. Ну, в данной ситуации экипаж молодец, справился. Это минимальная вертикальная скорость, плавный подход. Основной крен самолета на сторону, как говорят, целой стойки, чтобы сел, первым коснулся, забрал энергию самолета на себя. А потом правая сторона или левая сторона, где отсутствует это колесо. Но это дело техники. А наземные службы, это естественно, у них есть свой цикл отработанный, как говорят, алгоритм. Это пеногасители, это пожарные машины, которые вместо касания и дальше должны стоять готовые. Это дело расследуется авиационной, любое происшествие расследуется авиационной комиссией. С включением экипажа, члена экипажа, включением владельца компании, аэропорта самого, эксплуатанта, кто выпустил самолет, где раньше он эксплуатировался, то это дело прокуратуры расследование вести. Но я должен сказать, вот в чем проблема-то? Все российские аэродромы после Советского Союза были в негодном состоянии. Вы, если кто-то летал на самолете Ту-154, Ту-134 пассажирами, слышали, как самолет дребезжит на взлете и на посадке, как грохочет. Это были стыки наших плит, бетонных плит. Но сейчас-то уже другое дело. Сейчас многие аэропорты приведены в соответствии с ИКАО, европейским стандартом. И очень плавные посадки, плавные пробежки. Это стыки, стуки не слышны. Самолет не дребезжит. Ну, что случилось? Дефект определит только комиссия, аварийная комиссия. Это можно сделать анализ, металлоанализ, углеродный срез. Это все можно сделать, эти технологии позволяют. Если это конструктивный недостаток, есть такое понятие. Вот. И есть понятие эксплуатационное. Кто эксплуатировал, кто смотрел шасси, проверял или не проверял, вообще не подходил к ним. Даже экипаж, мы, летчики-испытатели, на любом типе самолета летая, а там Ил-76, Ил-96, до МиГ-21, там Су-15, Су-17, мы смотрим самолет перед тем, как сесть в кабину самолета. Но делает ли сейчас экипаж так? Я не знаю. Но они очень хорошо одеты, красиво одеты, может им пачкать неохота одежду. И просто так садятся в кабину, плюх, сел, карту зачитал и полетел. Может так. Ну, в данном случае пусть разбирается комиссия. Мы, когда пишем инструкцию любому самолету, и эта инструкция есть эксплуатация, техническая эксплуатация инструкции, есть летная эксплуатация для летчиков. Вот, если мы это говорим о РЛЭ, руководству эксплуатации летного аппарата, то там все описывается. Мы проводим посадки в ливе, взлет при ливне, посадка с невыпущенной одной стойкой, передней стойкой. Все эти испытания проходят все самолеты. Ну, естественно, есть рекомендации. Если не выпустили шасси, все, например, ну, желательно хотя бы передняя стойка, чтобы выпустилась, потому что самолеты длинные, после касания, как обычно, они клюют носом и бьются носом. Это тяжело, тяжелые удары бывают. Вот, поэтому рекомендую садиться на грунт. У всех аэропортов, во всех аэродромах должна быть запасная полоса грунтовая, такой же длины, только грунт, трава и так далее. Потому что коэффициент трения минимальный. И как трение с бетоном, металл, искры и пламя не может возникнуть. Если этого нет возможности технически, то, как обычно, поливают полосу пеной, чтобы самолет скользил и не горел. Так что это технические вещи. Но последнее, конечно, и самое важное, это уже самообладание экипажа.
ее психологическая подготовленность, слетанность экипажа, взаимопонимание внутри экипажа и мастерство командира. Как самого командира, лично, который в этот момент управляет самолетом, так и экипажа, который должен ему помогать в каждом его движении и в шаге. Как сейчас происходит, мы не в курсе. С самого начала я об этом говорил. Когда я даю интервью, я их даю как летчик-испытатель, а не как политик или как заинтересованное лицо. Я и скажу, что в этом самолете сидят люди, Божьи созданные люди. А какие они, не мне этой разницы нет. Мусульмане, христиане, поляк, русский, индус. Это люди. Поэтому я как летчик-испытатель должен давать оценку практически сходящейся той ситуации. В данной ситуации полностью виновата Украина, его прикрывает полностью США и поддерживает их Европа. В этом случае получается дело это политическое, и расследование будет неэффективное. И в дальнейшем такие случаи будут повторяться только из-за того, что дело не доведено до логического конца. Оно осталось за политиками. Я в этом деле всегда говорю, не участвую. Но первые же дни, даже первые часы, ну как имеющий человек опыт при расследовании таких авиакатастроф, тяжелейших, я могу сказать, анализируя очень многие катастрофы, и американские, начиная с 70-х годов, я сразу сказал, это теракт. Мне говорили, откуда вы знаете, вы что, пророк на земле, меня это не интересует, их мнение, там погибли люди. Там могли оказаться те люди, которые мне задавали эти вопросы и упрекали меня. Хорошо, что они там не оказались, не дай бог. Это теракт, и зная службу безопасности Египта, и также арабских стран, кроме Израиля, Ирана, все остальные арабские страны, африканские страны, это просто открытое место. Там можно пасти коз, овец, там можно брата, сестру завести, тещу. Это арабский менталитет. Поэтому о безопасности там речи не шла. Мы там летали много-много раз. Извините, 80-е и 90-е годы. Мы не там помогали, и выбрасывали груз, и выгружали гуманитарную помощь. Мы видели, что творится. Поэтому тут никаких технических проблем или претензий к самолету, к экипажу быть не может. Есть претензии именно службы безопасности этого аэропорта. Да, сейчас Юра даст слово. Хорошо? Сейчас. Да. Юра, да, послушай, продиктуй свое имя. Он тебе пришлет статью, которая пойдет в газету по всему миру.